и разочаровать. Сегодня Вильяреал сыграет против Ливерпуля. Нельзя недооценивать товарищеские матчи. Это лучший и главный способ проверить состав и дать команде сыграться. Без них ни одна подготовка не проходит. Что скажешь об этом игроке? Он готов стать главным действующим лицом этой встречи? Я бы на месте защиты уплотнил ряды, потому что этот игрок может в одиночку всех пройти и просто никого не заметить. Эстадио де ла Керамика, третье название в истории дома Вильяреала. Открывался стадион в 23-м году с названием Кампо де Вильяреал, а спустя два года, до 2017-го, носил название Эль Мадригал. Именно на Эль Мадригале Вильяреал творил свою историю. Здесь команда впервые играла в Еврокубках и проводила рекордную серию в чемпионате Испании. Стадион находится в небольшом городе, его вместимость 24 тысячи мест, что очень, кстати, неплохо, ведь население Вильяреала всего-то навсего 50 тысяч. А помнишь, как Вильяреал Кубков, впрочем, Константину Геничу вопрос. В том году команду вел за собой не кто-нибудь, а Хуан Роман Рикельме. Легендарный аргентинец. И только Арсенал не